И что на этот раз? Молодой человек, очередь! А если я к вам домой без приглашения зайду? Вышли отсюда! У вас анализы стрёмные какие-то. Просто стрёмные. Я еще раз повторяю, что я эти вопросы не решаю. Записывайтесь к хирургу. Приятно, если я ваши карточки кидать буду. А жопа не болит? Так, все. У меня обед. Так, я вам назначу ЭКГ, анализ мочи крови, анализ на биопсию и еще раз дадите анализ на гепатит. Ну, у меня всего лишь температура. Знаете что? Кто тут врач? Бесите меня. Так, все, с вас $200 за осмотр. А почему так дорого? Ха! Это вы еще у нашего терапевта не были. Что у вас? Черепно-мозговая травма? Ну, не знаю. Попейте витаминки. Ой, на тебе этот рецепт, господи! Я вам сказал, никакого больничного вы не получите. Перелом? У меня на левой ноге титановая пластина стоит. Ничего, работаю. И чё вы пришли? Где коньяк? Где конфеты? Вы хотите красивый диагноз своей карточки или как?